Свой рабочий день в Приволжском районе Станислав Воскресенский начал с посещения местной больницы. Учреждения здесь компактные. Поликлиники, детская и взрослая, стационар, скорая помощь – все под одной крышей. Ремонт закончили буквально в прошлом году. По визуальной части нареканий нет. Проблема приволжской медицины в другом – нехватка кадров. Не хватает терапевтов участковых, лор-врача нет, педиатров желали бы увидеть наши ЦРБ. Потому что возраст работающих докторов в основном пенсионный. И это при том, что программа поддержки молодых медиков в районе существует. Троих новичков обеспечили квартирами и предоставили компенсационные выплаты. Но даже на таких условиях завлечь кадры сложно. Сейчас заключили целевой договор со студентом медакадемии. В ординатуре он будет учиться на лора, а потом приедет в район. И еще один ценный кадр прибудет уже совсем скоро. В рамках поставок оборудования в этом году запланировано приобретение цифрового стационарного маммографа, который будет установлен в этой поликлинике. И те женщины, которые на сегодняшний день транспортируются, можно сказать, в Фурманскую ЦРБ для проведения данной процедуры, будут ее получать здесь. Маммограф будет установлен в Приволжской ЦРБ в сентябре этого года. Торги проведены. Под новое оборудование готовят помещение. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжский район.